Значит, в этом семестре мы с вами формально занимаемся дифференциальной геометрией и топологией, хотя реально наш курс фактически должен был бы называться тензорный анализ на многообразиях. Что такое многообразие? Мы с вами должны были выучить в прошлом семестре. А вот, и в прошлом семестре мы на этих самых многообразиях рассматривали уже самые простейшие такие объекты. Мы рассматривали на них, на этих многообразиях функции, и рассматривали на них касательные векторы, и даже векторные поля, то есть касательные векторы, заданные в каждой точке и гладко от этой самой точки зависящие. Значит, о чем пойдет речь в этом семестре? Речь пойдет об объектах, которые заданы на многообразие, и которых представление на этом самом многообразии, оно зависит от координат. Мы с такими объектами с вами уже сталкивались. Вот, итак, у нас M — это гладкое многообразие. P — это какая-нибудь точка этого самого гладкого многообразия. Самый простой объект, который на многообразии бывает, — это гладкая функция. Если f из m в числа — это гладкая функция на этом самом многообразии, то значение этой самой функции в точке — это просто число. Это число, оно от координат не зависит. Хотя от координат зависит то, что мы с вами называли координатным представлением этой самой функции. То есть если у нас с вами x1, xn — это координаты в окрестности точки P, то у функции есть координатное представление f от x1, xn. Если есть две системы координат, то у нас есть, вообще говоря, разные координатные представления. Эти самые координатные представления отличаются на функцию перехода, как мы с вами понимаем. Отличаются на функцию перехода. То есть на замену координат. Но тем не менее, значение функции, оно определено однозначно. Такие объекты называются в тензорном анализе скалярными. Слово «скаляр» подразумевает, что значение этого самого объекта не зависит от выбора координат. Но уже следующий по сложности объект — касательный вектор. Он устроен более сложно. И одно из определений этого самого касательного вектора было устроено так. Касательный вектор, если вы помните, это есть соответствие, которое каждой системе координат в окрестности точки P ставит соответствие или там сопоставляет набор чисел. Причем, если у нас есть разные системы координат, то эти наборы чисел, вообще говоря, разные, хотя соответствие одно и то же. Но они не произвольные, а именно они связаны между собой по закону преобразования компонент касательного вектора, а именно они отличаются на матрицу Якоби. Да? Это одно из определений касательного вектора. В каждой системе координат сопоставляется набор чисел, и эти самые наборы чисел связаны между собой вот так, как тут написано. Следующий объект такого типа, который в разных системах координат выглядит по-разному. Значит, почему вектор в разных системах координат выглядит по-разному? Ну, потому что у него вот здесь компоненты V и T, а здесь W и T. Они разные, хотя между собой связаны. Следующий объект такого типа — это билинейная форма. На многообразие. Что это такое было? А мы с вами говорили, что это такое было. Это была билинейная форма, заданная в каждой точке. То есть у нас была какая-нибудь форма B, которая была
которая в каждой точке P нашего многообразия определяла билинейное отображение касательного пространства в числа. И мы с вами говорили, что если фиксирована какая-нибудь система координат, то тогда эта самая билинейная форма, она задается своей матрицей, то есть набором чисел на боежитах, где эти самые числа боежитые, они определяются очень просто. Это просто значение этой самой билинейной формы на векторах канонического базиса в нашем касательном пространстве. Ну и если есть другая система координат, то там, вообще говоря, будет другая матрица. Эта самая другая матрица определяется точно так же. Это есть значение той же самой билинейной формы на векторах канонического базиса, но уже другой системы координат. Эти наборы чисел разные, но они связаны между собой тоже неким простым образом через матрицу Якоби. А именно, компоненты билинейной формы в игрековых координатах выражаются через компоненты билинейной формы в иксовых координатах с помощью соответствующих матриц Якоби. Y, кто тут у нас будет? P, G, Y, Q. Это все формулы, и неправильно написал, из прошлого семестра, потому что сумма, конечно, не по P и по Q, а по I и по G. Ну и таких объектов на самом деле много. Можно разных определить такого типа. Еще один естественный объект — это то, что у нас с вами, то, что в линейной алгебре называется линейным функционалом. Линейные функционалы на касательном пространстве. То есть у нас вот тут с вами была билинейная форма, где B означает, что два аргумента. Ну, вообще обязательно два. Можно и один рассмотреть. Можно рассмотреть функционалы A, которые отображают линейно наше линейное пространство в числа. Линейное отображение. Чему нас учит линейная алгебра? Линейная алгебра учит нас, что линейные отображения задаются своими значениями на базисных векторах. Это что означает? Это означает, что если у нас есть произвольный базис, а у нас с вами в дифференциальной геометрии эти самые базисы считаются связанными с координатами. Поэтому я вот так вот пишу. Если у меня есть произвольная система координат в окрестности точки P и соответствующий канонический базис, то чтобы задать наше с вами линейное отображение, такую вот линейную функцию, достаточно задать значение этой самой линейной функции на базисных векторах. Почему? Ну потому что если я возьму произвольный вектор V из касательного пространства, то этот самый вектор V, он однозначно представляется в виде линейной комбинации базисных векторов с коэффициентами, компонентами этого самого вектора в этой же самой системе координат. Но если я теперь захочу посчитать значение нашей линейной функции А на этом самом векторе, то что у меня получится? Я должен буду посчитать значение этой линейной функции вот на этой вот линейной комбинации. Я воспользуюсь линейностью. Линейность что говорит? Линейность говорит, что линейную функцию можно втащить внутрь суммы и выносить за скобки множителя. Вот и получается, что значение нашего линейного функционала на произвольном векторе V определяется компонентами этого самого вектора и значениями функционала на базисных векторах. Эти самые значения я обозначу через A, маленькая, с нижним индексом альфа. Это фактически аналог матрицы билинейной формы. Если хотите, это матрица нашего линейного функционала.
Просто она не квадратная в данном случае, а прямоугольная. Представляя собой строку. Если я посмотрю на тот же самый функционал в другой системе координат, если у меня y1, yn — это другая система координат, я могу рассмотреть числа А с волной альфа, равные значению нашего функционала на векторах d, y, альфа. У меня возникнет другая матрица того же самого линейного функционала. А с волной 1, А с волной n. Как они между собой связаны, эти самые две матрицы? Но это легко понять как. Почему легко понять как? А потому что мы знаем, как связаны векторы канонического базиса. Мы знаем, что у нас с вами вектор d, y, y, он выражается через векторы канонического базиса системы координат x с помощью матрицы Якоби вот таким вот образом. Поэтому а с волной и t — это есть а на векторе d, y, y, это есть а вот от этой вот суммы и, пользуясь линейностью, мы получаем, что это есть линейная комбинация с коэффициентами матрицы Якоби, значение нашего функционала на векторах x-бета. А значение нашего функционала на векторах x-бета — это и есть а-бета. Получается вот такая вот формула, которая есть закон преобразования компонент линейного функционала. Она похожа вот на эту. Она похожа на эту, но другая. И там участвует матрица Якоби замены координат. Только матрицы взаимно обратные. Ну и умножение. Здесь происходит матрица на столбец, а здесь матрица на строку. То есть фактически в одном случае используется матрица Якоби, а в другом случае обратное транспонирование. Ну и надо сказать, что эти самые линейные функционалы, они в дифференциальной геометрии тоже естественным образом возникают. Это просто дифференциалы функций. Стандартный пример этого самого линейного функционала, он нам с вами тоже известен. Пример линейного функционала. Получается из произвольной гладкой функции. Если f — это у нас гладкая функция на нашем многообразии, то мы с вами знаем уже, что в каждой точке у нас определен дифференциал этой самой функции df в точке p. Это есть как раз линейное отображение из касательного пространства к нашему многообразию в касательное пространство в точке f от p к вещественной прямой, которая отождествляется с самой вещественной прямой естественным образом. И у нас возникает линейная функция. Если у нас имеется система координат x1, xn, то компоненты этой самой линейной функции, или, если хотите, матрица дифференциала, это есть строка, составленная из частных производных нашей функции, посчитанных в точке p. Ну и в этом случае вот эта вот формула преобразования компонент линейного функционала, она превращается, как это часто бывает в нашей науке, теорема о производной сложной функции. Производная нашей функции по y — это есть сумма df по dx альфа на dx альфа на dy и.
Это вот она и есть. Множество всех линейных функционалов, опять же, как нас учит линейная алгебра, образует линейное пространство. Это линейное пространство называется двойственным пространством. И обозначается с помощью звездочки. Это линейное пространство всех линейных функций на касательном пространстве. Но чтобы не писать скобки, часто эту самую звездочку пишут вот здесь вот. Поскольку у нас все конечно мерно, никаким функциональным анализом и не пахнет, это тоже линейное пространство той же самой размерности, что и касательно пространства к многообразию, то есть что и многообразие, мерное пространство. Линейная алгебра учит нас, что в двойственном пространстве можно выбирать двойственный базис к имеющимся. Помните, да, если у нас имеется базис E1, EN, это базис в каком-нибудь линейном пространстве, там, я не знаю, L, а E1, EN с верхними индексами, это базис в линейном пространстве или со звездочкой, то они называются взаимно двойственными. Это двойственные базисы. Если по определению значение функционала E с верхним индексом it на векторе E с нижним индексом жt равняется символу Кронекера, дельта и жt. То есть равняется единице, если и равняется же, и нулю, если эти значения разные. Так вот, если в нашем предыдущем примере в качестве функции f взять какую-нибудь координату x, y, то ее дифференциал dx, y, какие будут иметь компоненты в координатах x1, xn? Это будут частные производные x-итого по x1, x2 и так далее, xn. Поэтому это будут все нули, а на итом месте будет стать единичка. А компоненты базисного вектора dx-житое в базисе dx-житое, это тоже все нули, а на житом месте единичка. Но формально здесь надо написать транспонированное, потому что это вектор-столбец. Ну и сразу видно, что вот это вот два взаимодвойственных базиса. Да? dx it от dx jt равняется дельта и jt. Мы с вами этот факт в прошлом семестре обсуждали. Я вот еще раз вам его напоминаю. Ну вот. Вот мы с вами наприводили определенный набор примеров, которые демонстрируют естественно возникающие дифференциальные геометрии объекты, которые в разных координатах представляются разными наборами чисел. Ну вот, собственно говоря, понятие тензора — это есть некое обобщение всего того, что у нас тут с вами возникало. Мы с вами дадим два определения тензора. Фактически определение тензора — это определение из линейной алгебры. Может, оно у вас даже и было в курсе линейной алгебры. Но в любом случае я его напомню. Ну и обозначения будут немножко другие, поэтому
В любом случае это полезно. Ну и еще я должен сказать, что у вас еще тензоры рассказываются в механике сплошной среды. А вот определения в механике сплошной среды немножко отличаются от тех, которые я сейчас рассказываю. Чем они отличаются, я скажу не на этой, а на следующей лекции. Потому что тогда я смогу это сказать аккуратно. Итак, координатное определение тензора. Ну и тензорного поля. В принципе, мы с вами должны изучать чуть более общий ответ. Итак, в отличие от линейной алгебры, у нас всегда считается, что имеется гладкое многообразие. Хотя для определения тензора это совершенно не нужно. На этом гладком многообразии имеется точка P и имеется касательное пространство в этой самой точке. Раз уж гладкое многообразие. Вот это касательное пространство и есть то самое линейное пространство, на котором происходят события в линейной алгебре. В линейной алгебре говорили бы про базисы, а мы будем говорить про систему координат на многообразии в окрестности точки P. Итак, тензор типа PQ, где P и Q — это целые неотрицательные числа ранга R равного P плюс Q. Это соответствие, которое каждой системе координат x1, xn сопоставляет набор чисел. Все как в определении касательного вектора. Каждой системе координат в окрестности точки P большое сопоставляет набор чисел. Только вот набор чисел будет большой. Этих чисел будет много. Их будет n в степени p плюс q штук. Эти самые числа, они индексированы p штук верхних и q штук нижних индексов, где все эти и1, и p, и g1, gq, они независимо пробегают значение от единицы до n, поэтому их как раз n в степени p плюс q штук и есть. Причем, если у нас имеются две системы координат, то разным системам координат сопоставляются, вообще говоря, разные наборы чисел, которые я пока обозначил вот так вот, и сейчас я скажу, что это значит. Причем эти самые наборы чисел, они связаны по тензорному закону, который я сейчас напишу. Вот такое у нас будет определение. Но прежде чем писать тензорный закон, давайте я про обозначение все-таки поговорю, а то я их как-то по умолчанию ввел, что, конечно, нехорошо. Вот я вот сейчас формулу, когда писал, я писал разные системы координат, обозначал их x, y, компоненты одного и того же вектора обозначал v и w, а потом компоненты билинейной формы обозначал b и b с волной. А если есть три системы координат, то нужно будет писать две волны или придумывать три разных буквы, а если четыре системы координат, то и того хуже. В тензорном анализе придумали вот какие обозначения. Не факт, что они самые удачные, но они устоявшиеся. Придумали каждой следующей системе координат добавлять штрих. Вот у нас система координат x, x штрих, x2 штриха и так далее. Ну и если у нас есть какой-нибудь объект V, да, там тензор, скажем, V, да, то его компоненты обозначать в системе координат X
через V в системе координат x' через V', это штрих, в системе координат x2 штриха через V2 штриха. Такая вот простая незатейливая идея. Но эта простая незатейливая идея сразу же сталкивается с проблемой. Проблема состоит в том, что у нас координат-то много. И у этих самых координат надо еще индексы писать. Верхние и нижние. Ну, координаты верхние, а компоненты разные. И надо где-то писать этот самый штрих. Писать x' 1 решили неудобным. Надо сказать, что если бы когда возникали тензорные обозначения, были бы компьютерные шрифты, может быть, этого бы избежали бы. А вот. Поэтому вместо этого решили писать x1 штрих, где штрих относится как бы сразу и к x, и к индексу. Но более того, у нас еще же есть всякие формулы суммирования. В этих самых формулах суммирования бегают всякие разные индексы. Но вот решили, что у штрихованных координат индексы тоже должны быть со штрихами. Поэтому уж тогда нужно было бы писать формальный x штрих, и-то штрих, это уж совсем громоздко, поэтому решили писать опять же штрих в одном и том же месте, а именно у индекса, считая, что он как бы относится и к тому, и к другому. Но когда индексов много, то штрих пишут у каждого индекса. Вот такая вот система обозначений. Это, так сказать, первое. Договоренность, которой мы будем пользоваться. Вторая договоренность, которой мы будем пользоваться, она вот какая. Вот давайте-ка мы вот в этих самых обозначениях, прежде чем писать общий тензорный закон, давайте мы в них запишем закон преобразования компонент вектора. Значит, вот есть у меня касательный вектор, две системы координат, одна без штрихов, другая со штрихами. Он сопоставляет два разных набора компонент. V без штрихов и V со штрихами. И тогда тензорный закон, то есть закон преобразования компонент вектора, он вот какой становится. V и T' равняется сумма dx и T' dx i на V i. Сумма по i. Ну и вот на самом деле... В многочисленных формулах тензорного анализа все эти самые суммирования, они, во-первых, происходят по одноименным индексам, разумеется, а во-вторых, эти самые одноименные индексы, они стоят на разных уровнях. Вот здесь индекс i стоит вверху, здесь индекс i стоит внизу. Так вот, вторая договоренность, фундаментальная в обозначениях тензорного анализа, состоит в том, что такие суммы, они предполагаются по умолчанию и не пишутся. То есть вместо этого пишут просто dx и t' dx и t на v и t, где суммирование по повторяющимся индексам, находящимся на разном уровне, подразумевается. Это несколько сокращает формулы. Ну вот теперь у меня все готово, чтобы тензорный закон написать. Значит, итак, возвращаемся к нашему определению. Мы определяем с вами тензор типа PQ, ранга P плюс Q. Это есть соответствие, которое каждой системе координат сопоставляет свой набор чисел, такую многомерную матрицу, в которой n в степени P плюс Q чисел. Так вот, они связаны по тензорному закону, а тензорный закон он такой. Ti t' p t' g t' q t'. У меня здесь слева индекс объект со штрихами равно. Ну а дальше стоят матрицы Якоби. По одной матрице на каждый верхний индекс.
Для индекса И1 стоит И1'И1. Для индекса И2 стоит DXI2, DXI2. И так далее. P штук матриц Якоби для верхних индексов. Потом идут Q штук матриц Якоби для нижних индексов. Они другие, они обратные. Ну и, наконец, компоненты исходного тензора в нештрихованных координатах, извините. На самом деле, здесь по умолчанию должно было бы стоять суммирование по всевозможным И1, ИП, Ж1, ЖК от единицы до n. Вот этот знак суммирования пропущен. P плюс Q сум пропущено. Ну, вот эта огромная формула называется тензорным законом. Но поскольку все матрицы Якоби не вырождены, то эта формула равносильна тому, что компоненты тензора в нештрихованной системе координат выражаются через компоненты в штрихованной системе координат по такому же точно тензорному закону, где только теперь у меня все матрицы перевернулись, а суммирование идет по штрихованным индексам. Вот если задана такая штука, то говорят, что задан тензор типа PQ. Ну какие примеры? Мы с вами уже знаем. Правильно. Билинейная форма, да. Это тензор типа 0,2. Линейный функционал. Это тензор типа 0,1. Касательный вектор. Это тензор типа 1,0. 1 верхний индекс, 0 нижних. 0 верхних индексов, 1 нижний. 0 верхних индексов, 2 нижних. Но еще удобно, чтобы разговаривать сразу обо всем, функции, то есть скаляры. Раз про тензоры говорим, значит скаляры. Это тензор типа 0,0. У него вообще никаких индексов нету. Просто число. Ну а так вот можно на самом деле сконструировать тензор произвольного типа. Ну и уж сразу, что ж такое тензорное поле. Тензорное поле типа PQ на многообразии M. Это значит тензорное поле, ну не знаю, там, T. Это соответствие, которое каждой точке многообразия P сопоставляет тензор T типа PQ. Причем этот самый тензор гладко зависит от точки. Что значит, что он гладко зависит от точки? Что именно гладко зависит от точки? Гладко зависит от точки означает следующее. В каждой системе координат
этот самый тензор у нас задается набором чисел. Этот набор чисел есть функция от координат, раз он у нас задан в целой окрестности. Вот эта зависимость от координат должна быть гладкой. То есть, на самом деле полная аналогия с функциями и с векторными полями. Вот, скаляр в точке — это число. Функция — это что такое? Это у нас в каждой точке многообразия зад на число. Отображение из многообразия в числа. Что значит гладкая функция? Это значит, если мы ее в координатах запишем, в любых, координатное представление получится гладким. Точно так же с тензорными полями. Что такое тензорное поле? Это значит, что в каждой точке задан тензор фиксированного типа PQ. Что значит, что он гладко зависит от точки? Это значит, если мы его в координатах запишем, то компоненты этого тензора будут гладко зависеть от координат. Вот и все. Ну вот, вот такое вот определение. Вопрос естественный, который должен возникать, вот какой. Ну а как, собственно говоря, эти самые тензоры задавать при таком определении? Не будем же мы действительно в каждой системе координат записывать набор из чисел? Ну, мы на этот вопрос, собственно, в прошлом семестре отвечали, когда говорили о том, как задавать касательные векторы и билинейные формы. Ну вот после перерыва соответствующую лемму я сформулирую. Перерыв. Итак, как же нам задавать тензоры? Имеет место следующая лемма простая, аналоги которой мы с вами доказывали в прошлом семестре пару раз. Отдельно для векторов, отдельно для билинейных форм мы ее доказывали. Теперь давайте докажем в общем виде. Итак, пусть у нас в окрестности точки P на многообразие, как обычно, фиксирована произвольная система координат. Давайте сделаем вот что. Давайте мы этой самой произвольной системе координат поставим в соответствие произвольный набор чисел нужного размера. Произвольный набор чисел n в степени p плюс q чисел. Ну вот с индексами только. Чтобы сделать из этого тензор, мне нужно, так сказать, продолжить это соответствие на все остальные системы координат. Ну вот мы и продолжим. А любой другой системе координат со штрихами мы поставим в соответствие набор чисел, который получается из этого по тензорному закону. Мы их, естественно, обозначим, как и положено, со штрихами, но теперь я их по определению положу равными тому, что получится, если применить к вот этому набору чисел, который я задал в исходных координатах, выделенных, с помощью тензорного закона. Вот я пишу тензорный закон, его придется писать часто. Ничего с этим не поделаешь. То есть по тензорному закону пересчитаем наш произвольный набор чисел во все остальные системы координат. Так вот, лемма утверждает, что так построенное соответствие t, тогда t это тензор типа PQ. Ну а если бы мы задали набор гладко зависящих от точки величин и сделали бы то же самое в одной единственной карте на многообразие, то тогда у нас бы в этой карте получилось бы тензорное поле, разумеется. Другое дело, что если карт много, так не выкрутишься, потому что нужно как-то от карты к карте переходить. Ну, доказательства. Что, собственно говоря, мы должны доказывать? То, что вот эти вот два набора чисел связаны по тензорному закону, это очевидно.
Проблема в другом. Проблема в том, что я могу взять еще одну систему координат с двумя штрихами. В этой системе координат с двумя штрихами я сделаю то же самое. Я определю там набор чисел с двумя штрихами по той же самой формуле. dx и 1, 2 штриха, dx и 1 без штриха на dx и p, 2 штриха на dx и p без штриха на dxg1, на dxg1, 2 штриха и так далее. dxgq на dxgq, 2 штриха. И здесь напишу то же самое t и 1 и p. G1GQ. Так вот, вообще говоря, никто не обещал, что вот эти вот два набора чисел с одним штрихом и с двумя штрихами будут тоже связаны по тензорному закону. И именно это мы должны проверять. Проверка, слава богу, тривиальная. То есть что мы должны сделать? Мы должны просто продолжить это равенство. Ой, куда-нибудь вот сюда. И воспользоваться тензорным законом фактически для вот этого вот набора чисел. Откуда он берется? А я говорил в конце прошлого часа, что поскольку у меня все вот эти вот матрицы, они не выраженные, то их можно перебросить слева направо, поумножав на обратные. И тогда я могу продолжить. У меня получается dx и 1, 2 штриха. dx и 1 и так далее, dx и p, 2 штриха, dx и p на dxg1, dxg1, 2 штриха, dxgq, dxgq, 2 штриха. А вот здесь будет стоять выражение для t через t со штрихом. Как оно будет выглядеть? Оно будет выглядеть так, dx и 1 на dx и 1, с одним штрихом, dx и p на dx и p с одним штрихом, dxgq на dxgq, извините, один, конечно, сначала, потом dxgq штрих на dxgq, и вот здесь будет t, давайте я его напишу пониже, t и 1 штрих и p штрих, g1 штрих, gq штрих, и скобочка закрылась. Что я сделал еще раз? Я вместо вот этого самого t подставил обращенный тензорный закон. Ну а теперь нужно просто правильно просуммировать. Смотрите, вот у меня есть вот эти вот две матрицы, и по индексу и1 предполагается суммирование. Давайте я где-нибудь тут внизу напишу отдельно один раз. У меня написано dx и1, 2 штриха, dx и1 на dx и1 на dx и1 со штрихом. И сумма происходит по и1. Что это такое? А это по теореме о производной сложной функции. dx и 1, 2 штриха разделить на dx и 1 штрих. И у меня возникает p плюс q таких пар. Вот еще одна. И пажи тоже будут. Поэтому что у меня в результате получится? В результате у меня каждая такая пара превратится в матрицу Якоби, замена координат, связывающую два штрихованные координаты и один раз штрихованные координаты. Причем эти матрицы будут стоять в нужном количестве. И в правильной, так сказать, конфигурации. Значит, вот, когда я буду спаривать матрицы с G,
у меня будет сверху останется G с одним штрихом, а снизу останется G с двумя штрихами. QT штрих на DX G QT два штриха. Ну и наконец T и один штрих и P штрих G один штрих G Q штрих. Вот у меня и получился тензорный закон, связывающий компоненты в дважды штрихованной системе координат и компоненты в один раз штрихованной системе координат. Что и завершает доказательство леммы. То есть фактически это свойство тензорного закона. Тензорный закон, он обладает таким вот свойством, его еще иногда называют такой транзитивностью. То есть если у меня не штрихованные и раз штрихованные связаны правильно, не штрихованные и два штрихованные связаны правильно, то тогда оказывается один раз штрихованные и два раза штрихованные тоже связаны правильным образом. Что позволяет нам задавать тензоры любого типа просто их компонентами в одной выделенной системе координат. Ну вот. Это что касается координатного определения. Второе не менее полезное определение — это так называемое инвариантное определение тензора. Значит, мы рассматриваем ту же самую ситуацию, то же самое гладкое многообразие, на котором фиксирована точка, и хотим определить тензор типа PQ в этой самой точке. По определению, тензором типа PQ это будет полилинейное отображение. Сейчас я напомню, что это такое. Т. Вот откуда и вот куда. Мы берем двойственное пространство к нашему касательному пространству в количестве p маленькая штук, перемножаем их друг на друга, и берем само касательное пространство к нашему многообразию в количестве q штук. И все это отображаем в числа. Вот такое вот полилинейное отображение называется тензором типа PQ. Полилинейное значит линейное по каждому аргументу. То есть если я в это полилинейное отображение на произвольное место поставлю линейную комбинацию лямбда А плюс какой-нибудь там, я не знаю, мю Б, то, что получится, будет линейной комбинацией значения этого самого нашего отображения где, разумеется, А и Б стоят на тех местах, на которых нужно, и являются и принадлежат тому пространству, которому нужно. Это и означает линейность по каждому аргументу. Ну вот билинейная форма, да, в смысле этого отображения, это как раз тензор типа 0,2. У нас нету ни одного двойственного пространства, зато есть два прямых. Линейный функционал — это тензор типа 0,1. Нет ни одного двойственного пространства, есть одно касательное пространство. Вектор с этой точки зрения можно рассматривать, разумеется, как тензор типа 1,0. Почему? Потому что можно считать, что вектор действует на функционалах вот такой вот формулы. Поэтому у нас вектор — это есть отображение из двойственного пространства в числа.
Вот оказывается, что эти самые два определения, если хотите, два взгляда на тензор, как на соответствие сопоставляющие числа и как на поле линейное отображение, они эквивалентны. Но прежде чем это доказывать, давайте я простую лемму из линейной алгебры напомню, которая касается полилинейных отображений. Полилинейное отображение Т однозначно задается своими значениями на наборах базисных векторов. А какие у нас должны быть наборы базисных векторов? А наборы базисных векторов у нас вот так вот устроены. Мне нужно взять p штук базисных векторов из двойственного пространства. Это будут dx и 1, dx и p. И q штук базисных векторов из самого пространства. Это будут dx, g1, dx, gq. Вообще говоря, разумеется, можно брать базисы несогласованные, но мы по умолчанию всегда будем согласованные базисы брать в линейном пространстве и в двойственном к нему. Лемма останется верной, конечно, не для согласованных базисов. Но доказательство этого факта тривиальное, оно сразу следует из линейности по каждому аргументу. Если у меня имеется набор линейных функционалов xi1 и так далее, xp из двойственного пространства, и набор касательных векторов v1, vq из самого пространства, и фиксированы локальные координаты x1, xn в окрестности точки P большой, то тогда, как мы с вами понимаем, у меня каждый линейный функционал представим в виде линейной комбинации базисных функционалов. И каждый вектор представим в виде линейной комбинации базисных векторов. Видите, как удобно суммы не писать? Здесь, разумеется, подразумевается суммирование по альфа, а здесь суммирование по бета. Но мы с вами договорились, что мы по повторяющимся индексам разного уровня суммирование не пишем. Поэтому формулы сокращаются. Ну и тогда значение нашего полилинейного отображения наборе xi1, xp, v1, vq. Это что такое есть? Я могу каждый линейный функционал и каждый вектор разложить по соответствующему базису. У меня будет, значит, xi1, альфа1, dx, альфа1. На p-том месте будет xp, альфа p, dx, альфа p. Дальше пойдут векторы v1, бета1, dx, бета1, vq, бета-q, dx, бета-q. Ну и воспользовавшись линейностью по каждому аргументу нашего полилинейного отображения, я могу все множители и все суммирования вынести за знак этого самого отображения. И в результате у меня получится такая штука. Все координаты вынесутся вперед. А здесь останутся только значения нашего отображения на соответствующих базисных векторах. Вот они.
Ну что, собственно, и утверждает Лем. Значение полилинейного отображения на произвольном наборе векторов и ковекторов определяется компонентами этих самых векторов и значениями на базисных векторах. То есть, если я знаю значение на базисных векторах, я могу посчитать вот эту величину для любого набора ксивы. Ну а теперь теорема. Координатная и какое там оно было? Инвариантное определение тензора эквивалентное. Что означает в данном случае эквивалентное? Это означает, что имея тензор определенный с помощью одного определения, мы можем однозначно задать тензор определенный с помощью другого и наоборот. Ну, доказательство. Ну, в какую сторону сначала? Ну, пусть та же у нас есть тензор, заданный в виде координатного определения. Пусть дан, так сказать, координатный тензор. То есть задано соответствие, которое каждой системе координат x1, xn поставляет числа. Я хочу задать полилинейное отображение. Давайте зададим полилинейное отображение как-нибудь его обозначим, не знаю, ФТ. Из прямого произведения P экземпляров двойственного пространства на прямое произведение Q экземпляров исходного пространства в числа. А чтобы такое отображение задать, по лемме нужно задать вот такие вот значения. Но мы их и зададим, мы положим t dx и 1, dx и p, dx g 1, dx g q, положим равным как раз вот t и 1 и p, g 1, g q. Вот я определил полилинейное отображение. Какие меня тут могут ждать неприятности? Неприятности меня могут ждать вот какие. Я же выбрал в каких-то фиксированных координатах это полилинейное отображение задал. Я могу сделать то же самое в других координатах. Вдруг у меня получится другое полилинейное отображение. То есть мне нужно проверить, что вот это вот φt не зависит от выбора координат. Только я плохо написал, а вы меня не поправляете. Вот здесь фите, конечно, должно быть. Я же его определяю. Опечатка на доске была замечена. Наверное, еще много незамеченных. Но вот это попалось. Так вот. Почему оно не зависит от координат? Ну, понятно почему. Потому что давайте посмотрим, а чему, собственно, равно вот это самое наше отображение на наборе базисных векторов и ковекторов, соответствующих штрихованной системе координат. Чему оно равно будет? Ну, мы знаем чему, вернее, знаем, как посчитать. Мы же знаем, как связаны между собой базисные ковекторы и векторы в разных системах координат. Значит, тут будет стоять dx и один штрих
dx и 1 на dx и 1 и так далее. dx и p со штрихом на dx и p без штриха на dx и p. А дальше dx g1 без штриха на dx g1 со штрихом на dx g1. А дальше dx g1, не, а gq на dx gq со штрихом на dx gq. И мы опять пользуемся полилинейностью нашего отображения, и все суммы, и все множители вытаскиваем за это самое полилинейное отображение. G1, G1 штрих. Нет, конечно. Штрих же вот здесь был, вот он. Я выражаю вектор штрихованного базиса через нештрихованный. Что я делаю? Я хочу пересчитать, я хочу посмотреть, что бы было, если бы я начал задавать это отображение на штрихованных векторах. Я должен проверить, что у меня получится t со штрихами. Ну, оно и получится. Оно, собственно, уже почти получилось. Сейчас я довытаскиваю эти самые матрицы Якоби. Работа, конечно, нелегкая, их много. Каждую приходится вытаскивать по отдельности. Но здесь зато теперь остались dx1, dx и p, dxg1, dxgq. И все они без штрихов. А вот это у меня по определению равняется t и 1 и p g1 gq, правильно? Я же ее так определил. И что у меня получилось? У меня получился просто тензорный закон. У меня по предположению вот эти наборы чисел t, они удовлетворяют тензорному закону. Поэтому по тензорному закону у меня здесь получается t и t со штрихом, g t со штрихом. То есть вот эта формула, она верна не только в одних координатах, а во всех. И значит, наше отображение φt определено корректно. То есть я проверил, что вот отсюда следует, что то же самое верно и в любой штрихованной системе координат. И мы доказали, что по координатному тензору можно построить полилинейный. Но в другую сторону доказательство практически такое же. Наоборот, пусть теперь дан полилинейный тензор. Пусть дано полилинейное отображение. Заданное на том пространстве, на котором нужно, я хочу теперь наоборот построить по такому полилинейному отображению координатный тензор. Но это совсем просто. Я возьму произвольную систему координат, и этой самой произвольной системе координат поставлю в соответствие набор чисел, которые получаются уже теперь совершенно понятно как. Я просто возьму значение этого самого полилинейного отображения на наборе базисных векторов и k-векторов. Это будет как раз n в степени p плюс q чисел.
Что нужно проверить? Нужно проверить, что эти самые наборы связаны между собой по тензорному закону. Но ровно та же самая выкладка, в которой просто нужно теперь стереть букву Т, она говорит что? Что если я возьму теперь ТФ и 1 штрих, и П штрих, Ж1 штрих, ЖК штрих, то это по определению есть значение нашего полилинейного отображения вот на таком вот наборе базисных векторов и ковекторов, которые пересчитываются по тем же самым формулам в линейной комбинации базисных векторов и ковекторов в другой системе координат, и в силу полилинейности все матрицы выносятся. А вот это по определению есть ТФ с индексами E1ЭП, G1ЖК. Что я в результате получил? В результате я получил тензорный закон. Для чего? Для определенного мной соответствия ТФ. То есть соответствие ТФ удовлетворяет тензорному закону. Одна и та же выкладка, по-разному, так сказать, прочтенная, доказывает эквивалентность этих самых определений. С одной стороны, она показывает, что определенное мной полилинейное отображение не зависит от координат, а с другой стороны, оно доказывает, что так определенное соответствие между координатами и наборами чисел и удовлетворяет тензорному закону. Таким образом, у нас с вами есть два разных, но эквивалентных определения тензоров типа ПК. Я тут все время проговариваюсь, я забыл про это сказать сразу, что вот тензоры типа 0,1, которые линейные функционалы, они традиционно называются ковекторами в этой науке. Но чтобы их от векторов отличать, которые тензоры типа 1,0. Тензоры с нижними индексами называются ковариантными тензорами, а тензоры с верхними индексами – контравариантными тензорами. То есть ковариантные и контравариантные. Но мы этой терминологией пользоваться почти не будем, про контра и ко вариант. А вот ковектор – это удобно. Векторы и ковекторы. Ну и, наконец, инвариантное определение, оно позволяет легко доказать следующую простую теорему. Давайте раз обозначим через такое вот полужирное «Т» с индексами P и Q множество всех тензоров типа PQ. Ну, в фиксированной точке, конечно. Так вот, теорема утверждает, что эта штука является линейным пространством размерности p, не, размерности n в степени p плюс q. Где n — это размерность нашего многообразия? Ну или, если хотите, n — это размерность касательного пространства, на котором все происходит. Доказательство этого факта теперь совсем несложное. Ну, во-первых, почему линейное пространство? Как их складывать и вычитать? Ну, это полилинейное отображение, а линейная комбинация полилинейных отображений есть полилинейное отображение.
Если там у нас Т1 и Т2 отсюда, то альфа 1, Т1 плюс альфа 2, Т2 это тоже полилинейное отображение. Ну, значение которого определяется просто как линейная комбинация значений, и полилинейность проверяется прямым подсчетом. Ну, разумеется, в координатах линейная комбинация компонент вот этого самого тензора есть линейная комбинация компонент соответствующих тензоров. Но нам это сейчас и не важно. Теперь где базис взять? Как устроен базис в этом самом линейном пространстве? Давайте вспомним, как устроен базис в пространстве матриц, скажем, билинейных форм. Это матрицы размером n на n, да? Как там базис взять? Нужно брать матрицы, у которых на одном месте единица, а во всех остальных местах нули. Чему это соответствует? Это соответствует тому, что ровно на одной паре базисных векторов соответствующее отображение равно единице, а на всех остальных комбинациях оно равняется нулю. Вот такая вот билинейная форма. Но здесь поступают аналогично. Я его обозначу как-нибудь вот так вот. Дельта, это у меня будет полилинейное отображение. Сейчас я ему еще индексов понапишу. Значит, типа PQ у него должны быть Q верхних индексов и P нижних. Это будет полилинейное отображение. Значит, у нас эти самые полилинейные отображения, если вы помните, они однозначно определяются своими значениями на базисных векторах и ковекторах. Так вот, если у меня фиксирована система координат x1, xn, то тогда на базисных векторах dxa1, dxap, dxb1, dxbq эта штука по определению будет равняться единице. Ровно в одном случае. В каком случае? Когда у меня ИКТ равняется АКТому для всех К от единицы до П, а ЖИ ЛТ равняется БЛТому для всех Л от единицы до Q. Ну и нулю иначе. То есть ровно на одном наборе из всевозможных n в степени p плюс q наборов этих самых векторов эта штука равняется единице, а во всех остальных случаях она равняется нулю. Ну тогда что более-менее очевидно? Если у меня есть произвольное полилинейное отображение t, и значение t на наборе dxi1, dxip, dxg1, dxgq равняется, ну, обозначено через ti1 и p, g1, gq, как мы с вами обычно и делаем, и этим наше полилинейное отображение однозначно задано, то тогда это самое наше t, это есть как раз линейная комбинация, это есть линейная комбинация вот этих вот полилинейных отображений, где по всем повторяющимся индексам предполагается суммирование. Здесь написано сумма n в степени p плюс q слагаемых. Да? Потому что у меня все индексы i и все индексы g принимают независимые значения от единицы до n.
Ну как это проверить? Ну подставить слева и справа произвольный набор индекс этих самых векторов dxa1, dxap, dxb1, dxbq. И увидишь, что слева и справа будет одно и то же. Почему слева и справа будет одно и то же? Ну, потому что слева по определению будет t с верхними индексами a и нижними индексами b, а в этой сумме будет n в степени b плюс q слагаемых, да, только они все будут равняться нулю, кроме одного. Какого одного? А вот того, где индексы i равняются a, а индексы g равняются b. Ну, и у нас получится то же самое. Поэтому любой тензор есть линейная комбинация вот этих. Любой тензор t – линейная комбинация дельт. Это первая половина стандартного доказательства того, что что-нибудь образует базис. Что мы еще должны доказать? Мы должны доказать, что они линейно независимы, правильно? Вот эти самые дельта g1, gq, i1 и p линейно независимы. Почему они линейно независимы? Если они линейно зависимы, то существует линейная комбинация, которая тождественно равняется нулю, правильно? Давайте запишем такую линейную комбинацию. Лямбда i1 и p, g1, gq на дельта g1, gq, i1 и p тождественно равняется нулю. Пусть. Я должен доказать, что у меня все компоненты равны нулю. Как мне это сделать? Ну, взять произвольный набор базисных векторов и ковекторов, посчитать значение на нем. Значение на нем с одной стороны должно равняться нулю, а с другой стороны должно равняться лямбда с соответствующими индексами. Поэтому отсюда следует, что все лямбда равняются нулю. Значит, они линейно независимые. И значит, мы доказали соответствующее утверждение. То есть эта штука действительно является базисом. Этот базис называют часто каноническим базисом. Базис дельта g1, gq, i1 и p – это канонический базис в пространстве тензоров, соответствующий координатам x1, xn, разумеется. Ну и поэтому его часто обозначают через координаты. Обозначение через координаты у него тоже громоздкое. Обозначают его так, dxi1, вот такой вот значок, кружочек перечеркнутый, или если хотите, крестик в кружочке. Этот значок называется тензорным произведением, разумеется. Вполне возможно, что в линейной алгебре вам уже про это сообщали. Вот такое вот обозначение. Но это обозначение оправдано, потому что на самом деле действительно операция крестик в кружочке, то есть операция тензорного произведения естественным образом определяется. Но если ее правильно определить, то вот то, что здесь написано, и будет тензорным произведением соответствующих базисных векторов и ковекторов. Соответствующих векторов и ковекторов. Значит, я определил этот самый базис, эти самые базисные элементы пространства тензоров как полилинейное отображение. Естественный и дурацкий вопрос, как устроены компоненты. Как устроены компоненты этого самого замечательного элемента пространства тензоров в координатах x1, xn? Что оно сопоставляет сюда? Какой набор чисел? Ну понятно, да? Там будут все нули,
за исключением ровно одной единицы. Эта самая единица, она как раз будет стоять где? Она будет стоять у той самой компоненты, у которой и 1, и p — это верхний индекс, а g1, gq — нижний. Тогда как раз в этой сумме будет ровно одно ненулевое слагаемое. И это ненулевое слагаемое даст нам то, что тут написано. То есть полная аналогия с линейной алгеброй. Вот как вы матрицу раскладываете по матрицам, у которых все нули и одна единица, так вы тензор произвольный раскладываете по тензорам, у которого все компоненты нули, а одна единица. Поэтому и получается линейное пространство соответствующего роста. Ну вот, в следующий раз поговорим про операции, с помощью которых из имеющихся тензоров можно конструировать новые.